гематомы, как и отеки, и все остальное мы начинаем лечить не раньше, чем через 12 часов. При лечении гематом мы можем использовать с вами гепариновую мазь, но она на третьи сутки при чувствительной коже может дать раздражение. Мы можем с вами использовать там, где есть гепарин. Мы можем тот же самый леотон использовать, тот же самый мы с вами можем использовать синяк-оф. Да, синяк-оф. Он даже есть такой с тонирующим эффектом, но там такой, знаете, если кто-то знает, вот кто там, допустим, моего возраста, да, вот помните, крем тональный балет был, да, такой. То есть вот он закрашивал все вообще, ну, то есть, с таким же тонирующим эффектом. Но в любом случае через 12 часов пациент у нас может пользоваться декоративной косметикой. Мы ему разрешаем как и лечение гематом и лечение отека. Не разрешаем пациенту прикладывать холод к отеку. Да? То есть это обязательно мы с вами проговариваем перед процедурой и записываем в нашем рекомендации, да, ту памятку, которую вначале я дала в начале семинара, там памятка информирована, согласие есть и рекомендация.